Здесь снег идет. Среди зелени. Так, смотрим. А это кто? А, это гренадер, я думаю, что-то она не выбралась. Так, гаубицы. Ставим их все здесь. Вы будете где-то здесь встречать противника. Так, и вы тоже. Ну а вы уже последний резерв. Так, конница. Граница. А вот русские граница. Так, держим этот проход. Этот отряд здесь. Конница здесь. Это на всякий случай. Так, достаем, да, все, они же будут наступать. Они далеко. Куда попадут, оно? Попали. Еще залп дадите, что это будет конный полк просто. Отступают. Стоп, не надо туда. Колониальная такая сама, как и обычная линейная по форме. Вижу. Надо бы конницу. Это генерал, что ли, у них? Ага, за генерала. Понятно теперь, почему отступает. Салют такой. Ладно, не будем мешать пушкам и гаубицам. Так, это кто? А. Отступающие. А вот это чего такое? Это подкрепление. Валахские конники. Это яицкие казаки. И пехота. Там за конница скачет. Драгуны.
можем. Перестроиться. Перестроиться. Ну. Залп туда. Стоп, конница сюда. Да. Так. Как тут гаубицы стреляют, не пойму. Сюда огонь. Так, куда вы? Разворачиваемся. Так, вы даже стреляете. Я что сказал? Перестроиться. Все. Я буду помочь здесь. Хорошо. Держим. Хорошо. Так, поближе будем стрелять. Так, их спалили, хорошо. Значит, сюда можно огонь перенести. Я отключу и снег, и дождь. Надоело. Зимой дождь, летом снег. Так, что у меня здесь? Как порядок. Чего не может сразу выполнить приказ? Поближе подойдите. Еще ближе. Да что она не может выровнять никак. Еще.
Все. Вот поверх головы стреляйте. Ну. В чем дело? А сзади кто? А, то эти. Гаубицы стреляют. Держим оборону. Так, там отступают, здесь возвращаются. Дождь пошел, то снег, то дождь. Так, отступают, хорошо. Сюда огонь. А. У них тоже гаубицы есть. С разным. Они стреляют разрывными. Добьем. Так, за домами, конечно, еще же не попадут. Значит, вот так. И вот так. Отступают. Сюда огонь. Тоже отступают. Так, а здесь эти казаки. Конница пошла в атаку. А где еще одна? Так, Сен, давай на левый фланг. Я сказал назад. Конница огонь. Здесь между домами идут. Так, отступить. Thank you.
Интересно, как все-таки будут стрелять разрывными? Как попало? Нас полками убивает. А это еще кто такой? Преображенский полк. Тут их есть. Хорошо. Конница была. Вперед. Я вижу, они ушком прорываются. Так, продолжаем. Где-то стоять на одном месте долго. Интересно, сюда можно залезть? Можно. Продолжаем. А это еще откуда взялось? Генерал. Все, генерал, не надо. Так, надо бы встречать уже русских поближе. Так, стоп. Все, отступают. Так, он сюда достанут, хорошо. Отойти подальше, чтобы меньше поражений было.
подкрепление где-то постепенно по очереди. Еще кто-то идет. Застряли, а, перестраивается, ладно. Половину потеряли, отступают. Огонь по следующим. Так, конница. Но еще есть подкрепление. А вот как-то застряла на границе. В атаку. Ну да, нанесли немного урона. Конница быстро скачет, неудобно целиться гаубицам. А здесь холм. Бились, хорошо. Может, сюда стреляем. Так, отступили, хорошо. Здесь огонь. Как они за холма стреляют, вообще непонятно. А вот эти вот... О, опять снег. Кто дождь, что снег? Что это за погода? Хорошо. Так, посмотрим, что здесь.
станет теперь. Стреляйте сюда. Дальше. А вы что тут крутитесь? Поставил ровно, стойте. Так, здесь пока спокойствие. Так, стреляют, склонника стреляют. Целиться? Нет, надо мне атаки отставить, атаку вот так. Падают садники. Куда они вообще стреляют, не могу понять. Дашь ли прицелиться? Вперед, ребята. Да вот здесь постоите. Стреляют. Все. Ладно, пусть дальше палят. Все. Больше нет. Пошли вперед. А, вот оно что. Значит, обход. А, эти он очухались, которые застряли. Нет, которые отступали, вернулись, я думал, где-то там возле границы, а вот они еще, так они еще стоят.
в атаку. Все. Где они? А флаг куда пропал? Заходим с тыла. Хватит. Так, сейчас артиллеристов перебьем. Все. Там достаточно. Идем сюда. Вот это конный полк, что стоит на месте. Они отступают, все. Вражеская армия разбита. Ага. Что-то застряли они. Вот граница. Когда все начали бежать уже. Да и эти. Так. Так. Остались еще. Это зима. И теперь-то я не отдам Петербург. Надо все отремонтировать. А, ну ладно. Потом зайду. Так, что у меня здесь? Что-то русские вывели войска. Я захватываю Архангельск. Поморье.
моя армия. Понятно. Что тут везде? Нет порядка. Прибыли нет. Здесь. Так, мне надо здесь порядки наводить. Тут сколько-то. Поступают, диверсию устраивают русские. Надо 1000. Ну, давай. Заремонтируем. Нет, значит, прибыль пусть идет. Дабам отбиваться. Так, я, может, пойду сюда. А там что хотят, то пусть и делают. Понятно, понятно. Болгария. Так, уже крупные корабли можно. Постепенно все. Дальше что там в Месопотамии? Можно вас разбить. Ладно. А, ну хорошо, здесь близко. Ага, войска вывел сразу недовольство. Ну, важно. Так, пока ждем.
Кстати, я больше ни с кем не воюю, а то еще. А, Швеция. Что там испанцы? Ну ладно, отдам уже. Расторгали Месопотамия. Так, разбили эту армию, чтобы она тут не бегала. Здесь порядок. Я лучше сломаю. Раз недовольство сильное. Хотя здесь. И там. А ну. Здесь много войск. Никого. Так, тоже недовольны. Ну, так, потихоньку. Смотрим в Америке. Где здесь кто? Здесь русские. Так, и все пока. Это народы Кри. Все. Так.
Буду держать все-таки это до города. Так, а здесь тоже придется постоять. Ну, на этом можно закончить серию. А конец хода уже в следующей серии. Следующий год серии. Всего доброго.